Купила мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка пу. В Кургане на набережной у Кировского моста появилась скульптура коня, напугавшая автомобилистов. Конь сделан из металлических элементов, у него словно развивается грива на ветру от скачки. Кажется, будто он вот-вот выскочит на дорогу, от которой находится буквально в паре тройки метров. Однако такой реализм пугает водителей. Они делятся в соцсетях постами о том, что увидев такое в темноте, со страху можно вывернуть с дороги. Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к новшеству позитивно и теперь ждут в дополнение к лошадке скульптуру ёжика. А що замість той ноги у нього було? Про це ніколи не дізнається ніхто.